Всем привет, и это пятая часть постройки землянки. Не было меня уже здесь 5 дней, все хотелось мне вырваться, но отпуск у меня закончился, и в общем получается времени у меня вообще никак не было вырваться. Ну, если я работаю до 5 часов, 6 часов уже темно, смысла сюда как бы идти нет. В общем, получилось мне вырваться на один день среди недели, а также я еще сюда приду в субботу. Я рассказываю свои планы на сегодня, что мне хотелось бы сделать. В общем, в предыдущем видео я сделал, получается, заднюю стенку почти полностью. Ну, там буквально, может, осталось бревна 3-4 положить. В общем, там, ну, они сейчас уже будут идти короткие, потому что у меня крыша вот такая. Сегодня бы мне хотелось бы доделать вот эту сторону. Ну и потом уже надо будет думать об двери. Нужно будет сделать коробку и поставить дверь. После того, как будет поставлена дверь, хочу начать зашивать уже вот эту лицевую стенку. Ну а сейчас, когда заходим в землянку, я еще вам покажу свою обстановку там. Потом иду на берег, ну и начинаю искать там материал, чтобы можно было уже складывать стенку. Проходим в землянку. Вот в прошлом видео я выложил вот эту стенку. Ну и здесь еще тоже осталось, наверное, тоже пару бревен положить. Сейчас здесь выровняю пол, потому что здесь, ну, так вот чисто визуально я даже вижу здесь ниже, а там выше. Ну, примерно сделаю, чтобы одинаково было. Потом также я принес с собой тент, надо будет положить его, ну и уже потом складывать сюда бревна вот так вот. Ну, тут у меня все без изменений. Сделал я такую вот полочку, лавку переместил сюда, так как занимался этой стенкой, пускай пока здесь будет. Ну все, в общем, я здесь выровнял. Из здесь мешка достаю тент, потом его здесь натягиваю, наверное, сюда вот куда-нибудь закину и вот сюда.
Ну все, первое бревно положено. Тоже оно у меня снизу защищено от влаги. Это вот с помощью вот этого тента я сделал тут также и на той стороне тоже также. Показываю выполненную работу. Сложил я 6 бревен. Сейчас пообедаю, попью чай, ну и потом снова примусь за стройку. Ну вот, в общем, я положил 8 бревен, и одно лежит у меня с той стороны. Пока пью чай, смотрю вот на эту стенку, и понять не могу, как мне лучше сделать, чтобы ее утеплить. В общем, хочу я с той стороны ее зашить бревнами, ну и тент этот будет как бы с этой стороны. Сыпаться землей та сторона не будет, она будет открытая, и как бы мне кажется, что ее надо как-то по-любому утеплять. Я вот думаю, может попробовать взять, принести сюда самый толстый изолон, какой-то, который продается, это, наверное, десятка. Ну, по крайней мере, наверное, десятку я вот точно помню, что я покупал. В общем, с той стороны, когда я уже жерди переколочу, можно будет с этой стороны, наверное, скорее всего, будет утеплить фольгой. Ну, или, я не знаю, или попробовать пеноплекс сюда принести и пеноплексом утеплять. Ну, пеноплексом-то, скорее всего, всяко-разно будет лучше. Но опять нести его сюда, он габаритный, и далеко нести его сюда. Изолон-то будет в этом плане, конечно, будет полегче. Он сам по себе легкий, ну и можно его скрутить в рулон. Не знаю. Ну вот, у кого есть какие мысли, да, пишитесь в комментариях, подскажите мне, как лучше сделать. Я же все-таки склоняюсь в сторону изолона.
Здесь у меня будут жерди вот так вот лежать. С этой стороны у меня будут жерди приколоченные так вот горизонтально. Ну, а потом уже можно будет прямо по этому месту, по этому периметру на эти жерди, на степлер приделать изолон. Мне кажется, нормально так будет. Ну вот показываю то, что я сегодня успел сделать. Под самую крышу загнал я жерди. Поворачиваемся сюда. Теперь осталось вот здесь еще сколько там, ну может бревна 2-3. Ну там еще, если четвертый, самый верхний угол будет. Ну и здесь я уже тоже под самую крышу сделал. Вот такая обстановка у меня здесь. Всем привет! И это второй день пятой части постройки землянки около реки Кама. В общем, сегодня я сюда много чего принес. Также будет у меня свет. Сегодня в планах у меня, в общем, поставить здесь дверь. Сначала сделать коробку, собрать. Ну, а потом уже начать зашивать вот эту сторону. Вот тогда заходим в землянку, я показываю. Так как я сегодня хочу поставить дверь, взял навесы, вчера заехал в магазин, купил. Купил саморезы и взял с собой еще шуруповерт. И еще также добавок взял на 150 гвозди. Также в землянке у меня будет свет. В общем, вчера заехал в магазин и купил светодиодную ленту. Хотел взять обычную, не залитую. Здесь, по-моему, это, наверное, скорее всего, у нас какой-нибудь прозрачный там силикон. Ну, в общем, не было. Какая была лента, я ее взял. Здесь свет, он теплый. Изначально я хотел взять, чтобы он был холодного цвета. В общем, здесь у меня 2 метра. Подключил я обычно там такой, как бы, типа крокодильчика. Он здесь зажимается. Вот в эти места. Ну и все. И этот конец у нас ставится в этот аккумулятор. Так, вот, так. Вот такое вот освещение. Ленту хочу разместить на этой жердине. Прямо вот здесь ее так подвешу. Здесь она у меня будет идти. 2 метра будет достаточно. Сделано, лента привязана. Давайте проверим, как это будет у нас смотреться. О, красота! Так же, как и сразу же землянки уютнее стало. Ну и света, я думаю, достаточно для этого помещения. Эти висюльки можно будет потом отрезать. Они тут, если особо так не мешаются, но еще не висели так, не болтали с лохмутями. В следующий раз можно будет купить пластиковые хомуты и на них закрепить. Тут уже прям вот так плотную. Конечно, вот есть клейкая основа, я думаю, не будет она особо здесь держаться, хотя нет, держится. В принципе, нормально держится даже. Я думал, отваливаться будет. Вот такая красота у меня на потолке. Питается, как я говорил, от пауэрбэнка.
все, я кисель попил. Теперь отправляемся за досками, ну и начинаем собирать коробку для нашей будущей двери. Сегодня здесь ходил, все хотел вам показать этих двух друзей, которые здесь рядышком растут. В общем, чтобы было понимание, какого они размера. Вот моя ладошка. То есть вот эта шляпа с мою ладошку. Где-то тут еще поблизости росли. Сейчас покажу, если найду. Вот еще один тут спрятался тоже, довольно-таки большой. И вот тут под березкой еще один притаился, вот такой дружочек. И еще одного нашел, тоже здоровенная шляпа вот такая. Прям вот только начал проходить, и он мне бросился в глаза. Он еще вот так засыпан был здесь листьями, как я все равно его умудрился увидеть. Так, ну что, в принципе, коробка у меня подошла. Здесь у меня зазор. Вот здесь вот в углу немножко задеваю. Сейчас топором почешусь. Также еще вот здесь тоже надо было для сучок. И вот там внизу. Так, и с этой стороны. Так, так, так. Вот здесь тоже надо вот немножко почесаться. Ну, я думаю, все залезет. Красота.
Все зашло. Отлично. Показываю свой результат. Ну все, коробку я в принципе поставил, можно сказать. Осталось ее закрепить. Здесь все подогнал. Тут вот эти места, не знаю, или запенить, или вот этой лентой здесь как-то забить. Сейчас выставлю, ну и начну дверь делать, чтобы можно было закрывать. Ну все, продолжаем дальше. Все, я уже подогнал будущую дверь, получается, там и здесь она у меня в размере осталась. Вот тут мне пропилено, пропилить вот до конца, вот до сюда. Немножко я уже подустал, сейчас передохну, ну и снова начну пилить. Пилил. Показываю свою работу, но вот у меня потихонечку идет все своим чередом. Сделал коробку, поставил дверь. Теперь хочу вас позвать вовнутрь, ну и соответственно там включен у меня сейчас свет. Открываем дверь. Вот так выглядит изнутри у меня землянка. На газу у меня там разогревается плов. Наверху горит светодиодная лента. Сейчас пообедаю. Ну и если у меня там время останется, начну зашивать вот ту стенку. Всем приятного аппетита. Рассказываю то, что я сегодня сделал. В общем, как у меня по плану было сделать сегодня дверь, я ее сделал. Также было у меня по плану начать обшивать вот эту стенку. Но, к сожалению, у меня так и не получается. По ходу дела я заболел. Какая-то у меня сильная слабость. Ну, так по ощущениям температуры нету. Здесь с собой у меня пакетик гриппофлю экстра. Сейчас воды поставлю, скипячу, залью, выпью. Ну и, наверное, пойду до дому. Ну что могу сказать по этому поводу? Все мы люди, все мы болеем. В общем, самое главное сейчас мне восстановиться.
сильно не разболеться. Ну а потом прийти сюда и уже доделать то, что я хотел сделать. Ну и давайте сразу расскажу все свои планы насчет землянки. Планы просто грандиозные. Сделать здесь пол, поставить печку. Не знаю, какую еще печку сюда. Я потихонечку начал сюда приносить кирпичи. Сейчас у меня здесь по наличию 4 штуки. Не знаю, или кирпичную сделать, или железную. В общем, пока на данный момент все это думаю. Постараюсь восстановиться. Ну, дома все осмыслю. Наберу сил. В следующий раз, когда сюда уже приду и конкретно уже с чего-то начну. Буду потихонечку я сворачиваться. Сейчас все вещи свои сложу. Выпью, как он называется, Angry Puffle. Ну и думаю, мне пока я иду до машины, потихонечку легче станет. В общем, с вами я прощаюсь. Всем здоровья, всем пока.